Вот то самое гнездо придури. Период гнездования придури попадает на весну и на осень. В моем случае придурь, она одомашненная и живет со мной круглогодично. Более яркие представители придури отлавливаются и помещаются в психиатрические центры. Так как моя придурь одомашненная, она не наносит никакого вам вреда. Поэтому, если вы повстречали придурь, не убивайте ее. Придурь приносит вам улыбки. Самая высокая концентрация придури наблюдается в столичном мегаполисе. Но я еще раз повторюсь, даже самая именитая придурь никакого вреда вам не нанесет. Ну, максимум может вам жопу показать. Или там, прибухнув, сесть на шпагат. Берегите придурь. С ней веселее.